Вот вы испытываете какое-то внутреннее напряжение. Вы сейчас неизбежно испытываете внутреннее напряжение, потому что нарушены ваши привычные стереотипы жизни. Вы не можете жить как прежде. И даже если кажется, что все вроде бы осталось на своих местах, все оказалось теперь в другом порядке, в другой последовательности, в другой логике. Когда у вас это происходит, вам, вашему сознанию нужно понять, с чем связана тревога? Вы же не можете тревожиться совсем бессмысленно. Да? То есть, как бы вам, вы же должны бороться с опасностью, убегать от нее, нападать на нее. Да? Вы должны что-то делать. Вот вам вы затревожились. Если какая обезьяна в лесу затревожилась, вот, она озирается по сторонам и бежит в наименее, на ее взгляд, опасное место. А нам куда бежать? Нам бежать особенно некуда. И поэтому мы ищем какие-то поводы, которые сознательны. И мы говорим: о, я боюсь заболеть коронавирусом. О, я дотронулся до лица, не умру ли я прямо сейчас.